Екатеринбург-Арена приветствует вас. Какое-то время, пожалуй, позволю вам насладиться видами. Там на табло кто-то рассекает мощно на Урале. И шмель в коляске. Да, здорово. Антураж, атмосфера, разогрев, как принято говорить в последнее время, матч-дэй. Урал-Алания, восьмой тур, Мелбет, первая лига. Екатеринбург, вот о чем я вам сказал. Здорово, настроенчески. Нури Абдоков с центра поля, полузащитник Алании, первый не удар, первое касание мяча, передача назад. Был тогда «Спартак» этот серебряным призером первого чемпионата России 92 года под руководством Александра Новикова. Момент, Маргасов, и забивать нужно Бигфелви пяточкой, да, он умеет только так. Ну, ладно, не только так, но один из главных мастеров по голам-конфеткам, по красивым мячам для Эрмитажа. Султан Тазабаев, он на скамейке, а Сослан Битиев, как правило, на ногах. Ишков, здорово, и проходит передача, Маргасов. Борьба в воздухе, удар, это было опасно. Это Эрик Бигфалви, который сейчас рукоплещет аплодисментами, благодаря за передачу Маргасова. Сиденкову 40, ошибка будет, перехват, Сунгатулин, хорошо. И вот здесь Ионов отдает на голый от штанги мяч. В ворота влетает. 1-0. Тимур Аюпов, да? Тимур Аюпов, который забил первый гол в этом сезоне свой в первом туре в матче с Сочи. А сейчас второй забивает. От штанги остался он в штрафной. Получил передачу. Сунгатулину за перехват спасибо. И... оранжево-черные открывают счет. Нафиков разгоняет атаку на право передачи, а Гличидзе не успел. Поторопиться можно. С левой удар, и неплохо было. Вот это проверочка. Гаглоев, кажется, да? И Тазабаев аплодисментами встречает. Пожалуй, самый опасный удар в исполнении Алании за три матча. Я комментировал матч первый выездной. Ну, там были, да, моменты тоже. На этой неделе перешедший из болгарского клуба «Ботев» в состав «Урала». Момент, Ионов мягко, и второй нет. Вот это шанс еще. Ионов, который совсем недавно не дождался передачи от Бигфалви. Болельщики что-то там уже неприятное стали с трибун кричать в его адрес. Тут же момент, едва не исполнил Черпачок, который мог все для Алании, думаю, закончить. С 2-0, с 0-2 вряд ли отыгрались бы. Прострелить, подать, чего? Может попробовать в руку и пенальти? Хотя бы так. Макаров, Нафиков, Дауров. Вот массированная атака. И, ребята, ребята, Урал, ну доиграйтесь, а? Я полунамеками предупреждал, что доиграться можно, дурачок залетит. Ну какой же тут дурачок? Тут красавец! Нафиков! Витя! Посылает всех, да, своей фамилии сейчас на табло, где теперь 1-1. 1-1. Виктор Нафиков. Третий матч за Аланию. Первый гол и Урал. Ну давайте вспомним, да? Катали мяч и вышел Табоев и сразу поучаствовал, да, с... его активных действий на фланге. Все началось, потом перевели ближе к центру. И так, стандарт будет. Да, показывает все-таки Сиденков, что нарушение правил, с ним не согласны. Владикавказ и Гаглоев, который свалил, тоже прибежал. И Верьянов. А Верьянов не проигрывает дома с Уралом. Но сегодняшняя ничья будет сродни поражению. А пока смотрим. Без шансов. 2-1 на две пятерки. Сегодня Тимур Аюпов свои два момента реализовал. За первый гол 5 баллов и за второй. Это к началу. Вот Мишкич. Это к началу учебного года. Да, день знаний. Учитесь и играйте так, как Тимур Аюпов. Прервали серию игр без забитых мячей. То, что счет не в пользу. Момент еще один и 2-2. Нет. Какой же момент у Татаева!
Господи, 86-я. Как близка была Аланья к тому, чтобы со стандарта, с моей подсказки сравнять. Возвращается в Грозный, где сыграет два матча подряд дома с Сочи и КамАЗом. Показывает в зону, отдай. Ну вот момент. Вот Сикулич. Решай все, заканчивай. Да. Первый гол хорватского нападающего в России. Возможно, нужно было его раньше выпускать. Очень спокойно, очень здорово разобрался и все решил. Вот чтобы такого не было, чтобы до такого не доходило, я думаю, что, конечно, Урал должен был по-другому свой футбол во втором тайме строить. Мосин голевую отдал именинник сегодняшний. Чем Хугаев ответит? Хугаеву сегодня 33, Мосину 21. Все! Свисток Ивана Сиденкова. Сегодня он обошелся без удалений в составе Урала. И сегодня он фиксирует первую при нем победу хозяев в матчах чемпионата. Первый матч Урала обслужил Сиденков в первой лиге. Бегич, Плиев, общение с Сикулич, автор гола. И первая победа. Да, до этого Урал при этом судье не побеждал.